Встреча высокопоставленного дипломата из Индии Маноджа Кумара Бхарти и губернатора региона Константина Сумара прошла в дружественной атмосфере, поскольку отношения, связывающие Беларусь со страной Востока, довольно крепкие и долгие. Тому свидетельство и возрастающий из года в год внешнеторговый товарооборот. Как показывают цифры, в этом году за 9 месяцев он составил порядка 14 миллионов долларов США. Но цифра эта могла бы быть гораздо больше, ведь потенциал есть у обеих стран. Продукция, которая идет в Беларусь, в том числе и на обрещенную из Индии, особенно фармацевтическая, пользуется популярностью у потребителя. Глава региона подчеркнул, что на территории области действуют пока лишь 4 предприятия с индийским капиталом. Цифра может и должна быть увеличена. Одновременно необходимо наладить и поставки брестских товаров в Индию. Константин Сумар выразил надежду, что экспорт брестской продукции – дело времени. У вас очень хорошая молочная продукция. Я имел возможность в этом убедиться на личном опыте. Думаю, здесь необходимо поработать службам маркетинга белорусских предприятий. А для этого просто необходимо организовать выставки товаров из Беларуси в нашей стране. Такие, которые уже в течение нескольких лет организовываем мы на территории всей Беларуси. В Индии есть насущный интерес к подобного рода выставкам. И белорусским производителям стоит этим воспользоваться. Уверен, что это способствовало бы продвижению их продукции на индийском рынке. Перспективными в развитии двустороннего сотрудничества на встрече были названы также такие сферы, как малая энергетика, транспортные услуги, туризм и образование. Неоднократно подчеркивало, что обучение индийских студентов в числе приоритетных направлений взаимного сотрудничества. По словам индийского дипломата, лишь один из 10 желающих в Индии может получить высшее техническое образование. На встрече двух высокопоставленных чиновников были обсуждены вопросы культурного и социального партнерства. Разговор состоялся важный и актуальный. Актуальный для обеих сторон потенциал, который имеется у регионов, не используется на полную мощь, а посему, это вывод всех участников встречи в облсполкоме, необходимо предпринять шаги, позволяющие улучшить и ускорить этот процесс.